Так, наша песня хороша, начиная сначала. Десятая уже, наверное, за последние двое суток видео. Так, 19 февраля 2019 год, Харьков. 18:57 по Киеву. Продолжаем снимать Луну. Это целый сериал получился. Ну когда еще такая красота? Будет нам предоставлена Луна. В этом году уже точно нет. На ближайшем расстоянии за год Луна от Земли в полнолуние. И даже небо чистое, ну просто все совпало, супер. Сейчас на предыдущее видео в комментарии на вчерашнее девушка пишет, прямо сейчас вижу Луну. Оденься, одну курточку еще надень, сынок, и заходи. Так, посмотри, вот этот кратер вообще такой яркий, белый. Да, где-то отошел, а сквознячок, ветерок все-таки есть, даже на балкон задувает. Ну, буду снимать до опупения. Надоест, оно мне не надоест. Редкий случай. Все факторы нам благоприятствуют. Сейчас я на Sony снял, там 50-кратное увеличение оптическое, здесь 83-кратное. Ну, посмотрел на видео, все-таки звезды справа это не видно, регула. Так, это у нас Nikon фотоаппарат ультразум. Кратное увеличение оптическое. Что такое, парень? Ты же не будешь меня сейчас подводить. Так. Вот так. Да. Ты посмотри, только касаешься рычага, все улетает. В неизведанные дали.
Да, и зимой, конечно, лучше, потому что небо чище. Летом все-таки воздух горячий, во-первых, больше колебаний самой атмосферы. Зимой чище гораздо. Странно, завораживает меня это зрелище, уже десятки, если не сотни, снял я раз Луну за последние года 4-5, и не надоедает. Для понимания, по-моему, вот этот кратер, Тихо он, по-моему, называется, Тихо, какой-то датский, по-моему, астроном фамилия. Он 83 километра, по-моему, в диаметре, если я не ошибаюсь, чтобы было понятно, насколько идет приближение. Что такое? Замерзаешь ты, что ли? Что такое? Что случилось? Что тебя не видно? О. Попробую штативом порулить, посмотреть, что получится. Ну да, права девушка, похоже, это на освещенные города, снятые из космоса. Все, надеюсь, этот реву зафиксировать. Он не хочет фиксироваться. Сейчас на полный кадр, чтобы было. О, вроде вся поместилась. Все, уже вершина съедает.
Ладно, пускай еще само пройдет. По экранчику. И хватит. Потом на мониторе компьютера порассматриваю поподробнее. Да, самое удивительное, что до сих пор показывает Stellarium, что приближается Луна к Земле на 1 километр за 4 секунды. Когда же оно будет на ближайшем расстоянии, интересно. Ну, там уже, в принципе, не так важно. 355 400 я уже видел километров. Когда же она пойдет в обратном направлении отдаляться? Вроде со всех ракурсов мы ее сняли. Опа. Бежала простыня. Ладно, все, хорош баловаться. Ну, уже завершать развлечение. Февраля 2019 год, Харьков, 19:11 по Киеву, прям стих.